Одни из сильнейших в ЦФО. Ивановская сборная по тэквондо привезла с всероссийских состязаний 9 медалей. Турнир проходил в Москве и собрал рекордное количество участников – более 1500 спортсменов из 50 регионов страны. Вот, бои шли 2 дня, с утра до вечера, одновременно на 11 площадках. Ну, я считаю, наша команда выступила очень достойно, завоевав 3 первых места. 2 вторых и 4 третьих. По словам спортсменов, турнир выдался очень напряженным. Много конкурентов, мало времени, чтобы физически восстановиться после боя. Например, чтобы завоевать только 3-е место, нашим спортсменам приходилось проводить по 5 боев. Для сравнения, на многих соревнованиях для выявления бронзового победителя достаточно выиграть 1-2 боя. Провел 5 боев, у меня их было всего 7. Самый сложный был первый бой, потому что адаптация. Но в полуфинале я встретился с очень сильным спортсменом, будущим, который занял первое место. Очень сильный. А Даша Старикова для золотой победы провела 3 боя, но сражения оказались очень непростыми. Все соперники имели высокий уровень подготовки. Однако по итогам состязаний наши спортсмены показали один из лучших результатов в ЦФО. Наверное, самый сложный был первый бой, потому что очень сильно нервничала, и последний, потому что была серьезная довольно девочка, но я смогла собраться. Сейчас тэквондисты готовятся к новым соревнованиям. У ребят нет ни дня на отдых. Впереди у спортсменов 3 всероссийских турнира, успешное выступление, счастливый билет на международные соревнования в Афинах. На Афины уже заявилось порядка 3000 спортсменов из 30 стран мира. Если на этих соревнованиях тэквондист получает призовое место, с медалью ему выдают лицензию на участие в первенстве Европы. Из-за нее ивановцы планируют побороться. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.